Привет. Привет, ребятки, привет. Как настроение? Настроение сегодня такое немножечко. Только что с концерта пришли. Был у сына концерт. Вот, и там... Так. Подустали, наверное, так, наверное, сказать. Громкая музыка. Все-все-все на свете. Я, ребятки, ненадолго к вам в эфир вышла, потому что очень давно не было. Вот. И вы знаете, что не совсем удобно. Привет. Не совсем удобно отвечать каждому в личку, и поэтому я лучше еще раз отвечу на некоторые вопросы в прямом эфире, потому что вы же меня где-то находите, и, скорее всего, вы находите точно так же по эфирам. Потому что если кто-то находит не по эфирам, то, наверное, уже с какими-то выводами, с какими-то рецензиями своих друзей, которые вас отправили на меня. Светлана, я так тебе благодарна. Столько осознания приходит. Стараюсь жить в настоящем моменте. Спасибо, Оксаночка. Да, ребят, ставим лайки, кому не жалко, чтобы продвинуть эфир, чтобы больше людей посмотрело вот этот эфир. Я бы, наверное, хотела, знаете, с какого начать ответа. И он актуальный остается всегда. Это когда я вам всегда говорю, что я по СМС не консультирую. Но вот представляете, у вас одно ваше великолепное тело, у вас одна ваша великолепная душа, у вас один очень острый ум, дух, душа, тело, и это все принадлежит вам. Это вся та глубина, которая является вами. И вы мне задаете вопрос какой-то по СМС, и я даже в растерянности. Вы вот настолько безразлично готовы отнестись к самому себе, чтобы получить ответ просто по СМС. То есть смотрите, что можно дать по СМС? Это можно не углубиться в вас, а просто дать какой-то общий ответ, общий базовый ответ. Конечно, они есть у всех, эти базовые ответы. Но это настолько банально, это не про меня. И бывает такое, что я отвечаю кому-то, звук пропал. Нет, у меня есть звук. Это, наверное, Оксаночка, у тебя пропал звук. Ребятки, напишите, пожалуйста. Все хорошо, да, все хорошо. Угу. Звук есть. Оксаночка, посмотри, это у тебя что-то со звуком. И бывает так, что я отвечаю на вопрос, но отвечаю так: ой, Сереженька, Сережа, звезда ты моя. Я надеюсь тебя на сочинском ретрите увидеть. Потому что мы будем с гитарами, вот, и там можно будет прям позажигать. Вот. Привет, сестренка, от ЧВК. Я не знаю, что такое ЧВК. Без понятия. И я отвечаю человеку, и таким более общим вопросом, то есть, например, там, можно посмотреть информацию там-то, или я даю много бесплатной информации в эфире. И человек начинает дальше задавать вопросы, и я просто перестаю отвечать. Это не потому, что вы плохой. Это не потому, что я такая звездная и мне нет до вас дела, а потому что мне действительно больше нечего ответить. То есть я вас послала на те ресурсы, где вы можете получить исчерпывающую информацию. И если вы туда не заходите, если вам это не интересно, если вы не потрудились посмотреть, что я вам порекомендовала, куда я вас послала, вот, то смысл тогда мне задавать вопросы.
Если вы свое время не хотите потратить, если вы не хотите разобраться в том, что почему я вам так ответила. Это же не отмахнуться. Отмахнуться — это когда начать переписываться, чтобы сделать вид, что я вот такая умная, сейчас отвечу на все вопросы. Нет, это не так. Я вообще далеко не умная. Вы такая красивая. Спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вот. И еще вопрос по Сочи, сочинскому ретриту, что мало информации. Информация все так же есть в топлинке, как бывает, как у нас, в принципе, бывает, и в ТГ она тоже закреплена. Будет ли после перезагрузка, после самого ретрита? Да, конечно, будет. Сочи — это идеальное место, где можно перезагрузиться после ретрита. Кому не хватает, а как показывает практика, практически всем не хватает. Поэтому, ребят, кто полетит там с каких-нибудь других городов, вы этот момент сами с собой хорошо продумайте, прорешайте, будете ли вы оставаться еще дальше на 3 дня после ретрита, когда мы поедем на Красную Поляну. Потому что сталкивались неоднократно с тем моментом, когда люди уже купили билет, но понимают, что им не, вот именно этих 3 дней очень-очень нужно, чтобы дожать себя, наверное, я бы так сказала. Дожить новое состояние себя. Но билеты уже куплены. И у кого есть возможность, те, конечно, меняют, а у кого нет возможности, вот так вот получается. Поэтому подумайте. И еще раз вам могу сказать, что как бы оно, наверное, банально не звучало, но все зависит от вас, не от каких-то внешних факторов. И смотрите, что такое внешний фактор. Внешний фактор, ну, в данном случае мы можем это назвать деньги, работа, семья, работодатель, семеро-полавка, мужья, жены, ну и много-много всего, что можно сказать, что вот я бы с удовольствием, но вот это вот мне не дает продвинуться вперед, двинуться дальше. Ребят, это может происходить только в том случае, когда вы отделены от своего мира, когда вы — это одна субстанция, а мир ваш — это вокруг вас. И тогда все, что будет происходить вокруг вас, это и есть то, что определяет ситуацию у вас, что определяет ваше состояние, ваше настроение, ваше здоровье, вашу жизнь. Все определяет вот это, вот то, что вас окружает. И оно все время будет вами руководить, и вы все время будете в каком-то в статусе недооцененности, в статусе недопонятости, что вот я вроде как ко всему миру с огромной душой, что я ко всему миру с огромной любовью, вот я столько делаю для мира, вот я весь мир люблю, для меня не существует плохих моментов, но что я ничего не могу понять, что я недорабатываю, почему у меня вот так вот все складывается, почему мир так ко мне, я к нему передам, он ко мне задом. И я могу сказать, что это происходит не потому, что мир к вам задом, а это происходит только лишь потому, что вы, как отдельная субстанция, сама по себе, вы не раскрытый цветок. Вы на все смотрите, как наблюдатель, о которых любят говорить, да, наблюдай наблюдаемого. И вот ты, вот этот наблюдатель, наблюдаемый наблюдатель, и вот эта вот стопочка «я», которая не может объединиться в единого «я». И вот он смотрит на все это со стороны, все, что происходит вокруг. Так вот, что я делаю? Я делаю, что вы, вот эта вот стопочка, вы вскрываетесь, вы раскрываетесь. И когда вы раскрываетесь, как бутон, истинный бутон, потому что вы каждый... Это огромный космос. И я с вами ничего не делаю. Я просто вашу силу направляю на самих вас. И все. Еще раз повторюсь, я не гуру, я не учитель. Я всего лишь вам показываю вашу мощь.
с определенной грани. И вот когда вы раскрываетесь, то тогда вы не смотрите вот на эти вот моменты, которые окружают вас. Тогда вы становитесь этим моментом, вы открываетесь, и все, что есть в этом мире, это все и есть вы. Это не что-то отдельно стоящее от вас. Это не что-то, то, что будет у вас отбирать силу, либо давать вам силу. Этим становитесь вы. Вам не нужно будет смотреть, что, ой, мне вот там вот близкий мой человек сказал вот это вот. Вот он мне сказал вот это вот, и меня вот это все равно задело, вот где-то задело, почему-то задело. Задело почему? Потому что он не вы. Но когда вы становитесь целым миром, то он становится частью вашего мира, не за вашим миром, не в вашем мире где-то там, а становится частью вашим, частью вас. И что бы он уже ни говорил, вы просто будете сидеть и говорить там. Он может вас материть, говорить какие-то гадости, еще что-то, а вы будете сидеть и говорить, блин, да, в моем мире есть и вот такое, и вот это я тоже могу себе позволить, потому что я настолько глобальный, глобальная, настолько большая, глубокая, обширная, что и это есть в моем мире. И вы не сможете на это обижаться, потому что вот это все, это будете вы. Это одна из граней вас, которая будет вас точно так же наполнять любовью, потому что вы и есть эта вся любовь. И тогда вот этого вот, что «а мне вот мне нужно быстрее вот потому что», «а мне нужно больше потому что», «а мне нужно шире потому что», у вас это не будет, вы уже будете этим. И как только вы чувствуете сердцем, душой, что вам это надо, вам не нужно будет строить себе замки, писать планы какие-то там на 10 лет вперед, чтобы это осуществить. Вы только прочувствовались, и у вас все будет собираться по пазлам. Вся ваша красная дорожка чик-чик-чик-чик-чик-чик и собралась по пазлам. И вы приходите еще раз к себе, и еще раз к себе, и еще раз к себе, потому что это все вы. Понимаете, как это работает? Мама ребенка инвалида. Где мой мир и мое окружение? Как найти себя? Людмила, тут вопрос-то в чем? Как найти себя? Причем здесь мама ребенка инвалида? Мы же вообще очень часто говорим о людях, что вот этот инвалид, вот этот вот инвалид. Инвалидность у нас выражается в том, что он не такой, как мы. Ну, общая масса людей. Неудобный для другого мира. То есть неудобный, потому что, например, там неходячий. Неудобный, потому что с каким-либо синдромом, например, там шумные. Неудобные, потому что не делают это. Неудобные, потому что неудобные. Не такие, как мы, а внутренний мир, ты туда никогда не заглянешь во внутренний мир, потому что внутренний мир – это ты, это твой внутренний мир. Что такое, чтобы что? Где ты ищешь свои плюшки? Как найти себя? Где ты себя потеряла? На каком этапе ты себя потеряла? Находила ли ты себя? Ты же все в одну кучу уже сгребла. Я и мама. Я и ребенка-инвалида сиделка. Я и потеряшка, где мой мир, да? Я и брошенка, где мое окружение. И вообще в результате я дама с деменцией. А кто я? Где я? Золотая рыбка, 15 секунд памяти. Где вопрос-то? Что ты потеряла? Ты о чем хочешь поговорить? Почему ты все в одну кучу сгребла-то? Ведь ты написала, что я мама ребенка инвалида. Когда мы это пишем? Это же неосознанно идет о том, что я вот такая вот. Я либо это всегда на пожалеете меня. Даже если вам кажется, что это не так, я сильная. Но вы же это для чего-то акцентируете. Вы это акцентируете для чего? Чтобы вами восхищались, ведь восхищение и жалость, они же недалеко друг от друга стоят.
Вот смотрите, что такое восхищение, когда вами восхищаются? Когда вами восхищаются, вам дают то внимание, которое вам не хватает, и вы в нем начинаете купаться. А что такое жалость? Вам дают то же самое внимание, и вы начинаете и в нем купаться. Только вода разная. В одном случае она искрящаяся и прозрачная, а в другом это лужа говна. Но и там вы можете поплавать. И вы выбираете, где плавать-то вам. Плавать-то хочется, пловец-то ведь неплохой. Действия-то одни и те же, а результат-то разный. Как можно есть, не включая пищеварение? Как ты говорила? Я такого не помню, чтобы я говорила, что можно есть, не включая пищеварение. Так. А что можно есть, не включая пищеварение? Воду можно есть. Можно есть ее даже с медом и с лимоном. Очень сытная еда. Пищеварение включаться не будет. Нет, не понимаем. Если бы понимали или бы не слушали. Понимали, мы бы не слушали. Ну, Сереж, ну что, разве меня можно не слушать? Кто еще вам столько всякой ерунды расскажет, как не я? В сансаре все инвалиды, кроме святых. Ты только что повешал как минимум три ярлыка, что есть сансара, это первый ярлык, в котором все крутятся, по твоему мнению. Второе, что инвалиды, это какие-то, ты наградил это слово какими-то своими критериями из своего личного опыта жизненного. И святые, это тоже один из ярлыков, которых ты тоже... привлек в свою жизнь как определенный фундамент для каких-то манипуляций к лучшей либо к худшей жизни. Так, про таблетки я вам еще никакие рекомендации давать здесь не буду. Или как жидко питаться, а протеиновые напитки или молоко с орехов. Ребят, вы что хотите-то? Я что-то понять не могу. Вы хотите не запускать пищеварение? Это что за наёбка-то самого себя? Ну вы вообще о чем говорите? То есть я весь такой буду... весь такой буду не едящий, не жующий, но едящий. Вы кого обмануть-то хотите? Вы сами себя-то не обманете. Вот пока в голове вы едите всякие орешки, молоко из орехов, я не знаю, там, воду из гречки, пока вы хотите этих вкусов, вы от чего-то думаете, что вы избавились? Да нет, конечно. Перед сухим днем. У меня есть марафоны, где там я подробно рассказываю, что нужно, что можно, что можно, что нельзя перед сухими днями. И не просто рассказываю, а говорю, а почему так, а что происходит с организмом, что происходит на первый день, что происходит на второй день. И просто вам сказать, что ну вот это, но это вам, может быть, не подойдет. И именно поэтому я рассказываю, что есть такой вариант, есть такой вариант, есть такой вариант. От этого варианта будет вот так-то, от этого варианта будет вот так-то, от этого варианта будет вот так-то. И вы уже выбираете сами, а что для вас. Но там же еще я на подстраховке в этих марафонах. Если у вас идет какой-то затык ментальный, то мы его тоже разбираем. Но это если онлайн, да? Онлайн. Вот. А если в записи, то там очень много ребят, которые задают вопросы. Вопросы, поверьте, они все повторяются. Где вы можете послушать и понять, а почему вас голова-то не пускает? А почему тогда хочется шоколад? Ну, спроси себя, почему.
А где ссылка на это видео? Есть под каждым видео есть ссылка на топлинк. И вот в топлинке там есть вся информация. Где, что, почем. Вы можете посмотреть и выбрать, что для вас актуально. Вот. А так, в принципе, у меня достаточно много абсолютно бесплатных эфиров вот на этом канале. И в том числе, где я рассказываю первые дни входа в сухие дни, чтобы это было для каждого доступно, даже у кого нет финансовой возможности, чтобы не убивали себя, не гробили себя, а максимально экологично это делали. Поэтому есть абсолютно безоплатные эфиры. Поковыряйтесь на канале, их же больше 1000. Ссылку я не дам. Я не знаю, где они. Я даже не помню, как они называются. Вот я сейчас проведу эфир с вами. Я даже не знаю, не буду знать, как завтра назовется этот эфир. Как администратор назовет его, так и назовет. И все. А я с вами только болтаю. С вами болтаю, отвечаю на вопросы и великолепно провожу время. Вот так вот. Сейчас идет марафон, к которому можно присоединиться, потому что он весь в записи. Он будет 21 день идти. Вот. Там и приглашенные тоже специалисты есть, которые рассказывают те вещи, которые в открытых эфирах мы не рассказываем. Вы можете туда присоединиться, быстренько посмотреть это все, нагнать, присутствовать на эфирах, и они у вас, эти эфиры, сохранятся всегда в вашем доступе. Никуда они у вас не денутся, вы можете их потом пересматривать. Вы можете потом по новой что-то там, как делать какой-то акцент и выходить опять на какие-то другие дни, на другой образ жизни. Светлана, вы сами из Сочи или приехали в Сочи? Нет, я не из Сочи, я приехала в Сочи. Я сама с Урала. Я с Екатеринбурга. Екатеринбург красивый город, я его люблю, но климат мне не подходит вообще. Там очень сыро. Часто очень темно, холодно, зябко. Такое. Немой немножко ставил. Ты пробовала лазание Вима Хофа? Лазание? Дыхание, наверное. Это, наверное, неправильно написано. Дыхание Вима Хофа. Да, у нас же даже запускался какой-то небольшой... Как он называется-то? Флешмоб, да? На несколько неделек с ребятами, где мы рассказывали о своих дыхании. Да, конечно, конечно, пробовала. И я очень часто дышу по его методу. А вообще, если вы посмотрите, разберете вообще все дыхания, которые есть, их же очень-очень много. Они все нацелены на уменьшение, как сказать-то, ну, грубо говоря, на задержку дыхания, то есть на уменьшение кислорода, но в разном количестве. То есть либо это быстрые дозы, либо это длительные, продолжительные. И здесь нужно смотреть, как вам комфортно. Почему смотреть, как вам комфортно? Чтобы не было гипоксии, потому что бывает, что мозг отказывается от кислорода, и вы просто... И не можете ничего вдохнуть, и уже все не соображаете. Но это крайне редко бывает, это чаще всего бывает у подводников. Поэтому вообще, в принципе, если кто-то не знает про какие-то дыхательные практики, либо не нравятся дыхательные практики, но хочет это вот развить, просто несколько раз в день... Тишка, ты там? Что, нашел Борю? Загулял у нас кролл. Просто, вот, например, там, не знаю, там едете в транспорте или чего-то ждете, позадерживайте дыхание на вдохе и на выдохе. И это уже хорошо будет. При
Привет из Индии. Привет. Светочка. А когда марафон вновь будет типа... В марафоне будет тема про питание? Да, конечно, будет. Будет тема про питание, конечно. Гипервентиляция легких это называется. Угу. Как лучше всего поступать, когда родные давят и хотят накормить? Как лучше всего выстроить личные границы так, чтобы и родные не беспокоились, и спокойно практиковать? Ну, так и говорить. Я не знаю, у Ярика спроси. Так и говорить, что я вас всех люблю. Но здесь же нужно смотреть, какая ситуация. Я вам сейчас общие фразы скажу, но они могут вам не подойти. То есть, если вам действительно хорошо вот на таких днях, вы просто объясните своим родным, что я себя не убиваю, я не делаю хуже. Но если вы... то есть, смотрите, когда беспокоятся родные, они же беспокоятся, это ведь не о вас в первую очередь, а о себе. Потому что если с вами что-то случилось, они потом себя будут корить, что они не доглядели, не досмотрели, не долюбили, не досказали. Это их боль. И вам нужно составить так свой монолог, свою дискуссию, чтобы они поняли, что это ваша ответственность, что она к ним никак их никак не касается. И если они позволят вам быть сильной, если они вас не будут поддерживать в слабости, а будут верить в вашу силу, то они сделают для вас огромный вклад именно в вас, в ваше здоровье. Если вы так это им преподнесете, то, конечно же, они с огромным удовольствием будут даже вам помогать в этом. Только хотела спросить, где ваш Боречка? Боречка у нас сегодня загулял. Вчера у нас же все время открыт дом. Вчера целый день просидел дома, никуда не выходил. Ну, по дому бегал. Вот, ничего ему, видимо, не хотелось. Вот. А сегодня вот мы только приехали с концерта, у сына был концерт. И что-то у нас Боречка где-то загулял. В курятнике нет, где он у нас обычно. У нас обычно в курятнике. Там тусит. А правда, что ты вообще не дышишь? Я дышу. Неправда. Девушка, вы с психологией знакомы? У меня 2 высших психологических образования. Знакома. Да, ребят, благодарю за ваш ответ. Благодарю за ваш вопрос. Да, ребят, и если кто-то надумал в Сочи ехать на ретрит, то, пожалуйста, заранее, потому что у нас мы в том году столкнулись с тем, что у нас не хватило мест в отеле. Отель был переполнен, и вся бронь, которую мы забили, у нас в последние несколько дней люди начали звонить и говорить, мы надумали. И вот мы 4 человекам отказали, потому что мы их не смогли разместить даже в близлежащие отели. А так, чтобы как бы как где. Должны все равно находиться в одном пространстве. Потому что там идут другие процессы. А где вы учились? Вот у меня есть дипломы выставленные. Вы их можете прям проверить в Топлинке. Я ничего не скрываю, там они, можно их посмотреть. В гуманитарном университете там, и все можно типа смотреть. А есть ли ретриты в Европе? Нет. Расстановки по хелингу делаете? Нет. Сергей, я приеду точно. Все, ждем. Это галочки, чтобы она зафиксировала. Расстановки? Нет, я не делаю. Я без расстановок вижу, человек сам все рассказывает, все, что у него есть. Ты его приводишь к себе,
И вот это вот расслабление, когда идет, он видит все свои прошлые жизни. И он об этом говорит. Просто это сама, что его оттягивает назад, когда вот это вот он сказал, а потом мозг такой говорит ему через какое-то время. То есть он в этом, пока в этом пространстве находится, он понимает, что здесь происходит какая-то, ну так скажем, магия, да, и он вот в этих моментах весь находится. Но как возвращается в свою обычную среду, ему мозг говорит: это все ерунда, это все не про то, тебе так показалось, тебе еще что-то. И постепенно вот это, как, знаете, как в долгосрочную память туда раз и провалилось, и как будто бы этого вообще не было. Так устроен наш мозг. Это не потому, что мы такие неосознанные, не потому, что вы такие непросветленные, непробужденные. Нет, это просто так мозг устроен у каждого человека. Просто если вы чем чаще начнете доверять себе, даже своим глупостям, тем больше мозг перестанет сопротивляться. И тогда вы все больше и больше, все четче и четче начнете видеть, все отчетливее начнете видеть те вещи, которые изначально вам казались, что это сказка, этого не может быть. Потом раз, и все, и оно начнет просто сплетаться настолько в узор жизни, что вы поймете: боже мой, оказывается, это все так просто, оказывается, все так это было на поверхности. Но вот это вот сказали, что такого не бывает, вот это вот все у нас. Клубочек нашей запутывается. Но знаете, что такое расстановки? Да знаю, конечно. Застрявший в Индии. Можно ли осознанность развить? Можно осознанность осознать, и все, ее развивать не надо. Она уже есть, ее все, ее... Осознанность, она есть осознанность. Ее не нужно развивать. Вы туда просто проваливаетесь, и все. Осознанность — это осознать. Осознать то, что есть. Когда ты лишаешься рамок, когда ты лишаешься социальных догм, когда ты видишь истину не на основании чего-то, не вопреки чего-то, а просто потому, что это факт, без осуждения, без хорошо или плохо. Я вообще не люблю эти слова «осознанно», «пробуждение». Вы осознанно, вы пробуждены. Да, я самый обычный человек, не люблю об этом говорить, не вижу я, что я такая-то, такая-то, я такая-то, такая-то. Я вот такая, какая я есть, вы меня видите, просто у меня немножко другой образ жизни из-за моей болезни. И то, что я вижу, не потому что я вижу больше других, а потому что я доверяю чуть больше. Я доверяю себе иногда намного больше, чем другие. Поэтому у меня нет вот этих рамок, что это не может быть. Я просто смотрю на человека и иду, в любую жизнь его могу зайти. Просто потому что нет этих заборов. Нет дверей, потому что единственная дверь, которая есть, это и есть ты. Ты — это дверь, перед тобой ничего не стоит, это тоже ты. И проваливаешься ты снова в себя. И когда у тебя нет этих дверей, когда тебе некуда больше проваливаться, когда ты есть все, ты просто берешь вот что тебе нужно, зачерпываешь и показываешь, вот, зачерпываешь и показываешь, вот. Так, у меня такое ощущение, что после ретрита начали повышаться вибрации внутри организма, а я продолжаю пихать в организм всякую гадость. Организм заплакал, начал ломаться, рука вынужденно убрала молочку.
Ты мой золотой, сколько ж ты ее уже убрать не можешь? Она тебя прям держит. Что является истиной? Да ничто не является истиной. А что вы думаете? Истина — это всего лишь слово. Правда, истина. Через какое-то время, может быть, лет через 100, мы все будем одинаково неправы для следующих нас. А истину вы просто придумали. Вы ее никогда не сможете сказать словами. Вы можете просто ей быть. Но через рот ее не высказать. Вы ей являетесь, каждый является ей. Но все время ее ищет, потому что не чувствует себя. Расскажите сейчас, есть рецидивы астмы? Бывают. Не скрою, бывает, да, бывает по разным причинам, когда кардинальная смена местности. Бывает такое, когда очень тяжело держать поле, что прям напирает. У нас вот был ретрит на Алтае, такие там глубокие, очень глубокие проработки были. И поле прям держать было, ну это не, слово не подходит, наверное, тяжело. Но я там вся была в этом поле, получается. И у меня даже у одного из участников ретрита, который уже забыл, что такое вообще что-то с легкими, в эту ночь было что-то подобие приступа астмы, потому что вот прям вот это вот все стояло. У нас же нет такого, ребят, что вы какой-то болезнью заболели или вылечились. Каждая болезнь есть в каждом, точно так же, как ни одной болезни нет ни в ком. Просто какая-то болезнь, почему какая-то болезнь возвращается? Потому что вы ее знаете, вы с ней уже дружите, и вы через нее познаете вновь и вновь что-то. Вам не нужно следующую болезнь к себе притягивать, чтобы узнать еще какую-то грань себя. Поэтому вы периодически возвращаетесь к какой-то болезнь. Почему возвращаются к онкологии очень часто люди? Не потому что она недолечена, а потому что эту болезнь уже знают, и через нее, если человек один раз из нее вышел, он может миллион раз в нее зайти и выйти, поглощая свои новые грани. Здесь просто нужно понять, что я готов через болезнь это поглощать, новые грани себя, либо готов другими способами. Какие способы для меня более актуальны? Других болезней у меня никаких нет. Не было. У меня, пока я кушаю, есть ощущение чакр, которые определенным образом появляются. Но как только захожу на сухие, ощущаю единое энергополе, которое через тело проявляется в мир. Я вот думаю, почему? А ты не думай, ты чувствуй. Чем больше ты думаешь, тем больше тебя мысли уводят. Мысли — это же не ты. Кто думает? Вот смотри, ты, когда очищаешь тело, тебя тело выводит на новое сознание себя, на новое чувствование себя. И ты вместо того, чтобы зацепиться вот в этом чувствовании себя, ты идешь на рефлексию, что со мной происходит, какое-то новое состояние. И ты начинаешь рефлексировать. Как только ты начинаешь рефлексировать, тебя выбрасывают из этого состояния. Потому что ты уже выходишь из состояния чувствования, а идешь в состояние ума. Не надо, ты его никогда не опишешь. И чем глубже ты будешь опускаться, тем сложнее тебе будет вообще описать свое состояние. Оно неописуемо. Оно просто есть. Вы близки мне по духу. Благодарю. А чем снимаете приступы астмы? Вообще снимаю чаще захожу в состояние,
зачем мне это? Но в любом случае я могу сказать по-честному, что у меня ингалятор всегда с собой. То есть я же ответственна за своих детей. У меня 2 несовершеннолетних сына. И я рассказывала как-то, по-моему, в эфире даже рассказывала в открытом, как у меня, когда мне было месяцев 6, наверное, не едине, может быть, чуть побольше, я даже не знаю, ну, в общем, где-то вот около года. Я уже такая звезда была сама для себя, думаю, о, я все избавилась от астмы раз и навсегда, вот я вот такая вот вся могущественная, могучая. И меня шибануло. Я тогда рассказывала, что я чуть не умерла, когда я вот этот вот очередной раз, когда вот эта смерть пришла, потому что смерть, она приходит раз за разом, она не бывает единожды. И тогда я поняла, что я могу и быть в этом мире, я могу и не быть в этом мире, ничего не изменится. Мои дети как росли, так и будут расти со мной, либо без меня. Они либо со мной пройдут вот такой опыт, либо без меня пройдут вот такой опыт. Но они все равно свой опыт пройдут, который им нужен. И просто с того момента я приняла решение, что у меня все время будет с собой аэрозоль. Потому что я, наверное, еще хочу посмотреть без трипов для самой себя. Что будет происходить? Потому что уйти из этого тела, не из этого мира, ребят, из мира уйти невозможно из этого. Можно уйти только из этого тела. Из этого тела можно уйти по миллионам причин. И эти причины не обязательно будут какими-то, они будут внешне выглядеть там хоть как. Болезнь, там, авария, я не знаю, там еще что-то. А по факту это ваше решение. И вот когда вы принимаете решение осознанно, тогда вам не нужно будет менять тело. Тогда вы остаетесь вне тела. То есть когда вы выходите из душа голенькими, вы же не говорите, что это не я вышел, пока вы не наденете ту же самую одежду. Вы понимаете, что это я. И здесь точно так же тело — это ваша одежда. Да что я все время эту корзиночку? Эта корзиночка есть с красками. Рисую, я здесь сижу. А я ее все ногой пинаю. Уже же даже доказано на научном уровне, что смерти не существует. Бывает смена тел по определенным причинам. Но ты можешь быть в этой плотности, можешь быть в других плотностях, может быть, в нескольких плотностях, можешь оставаться и в этой плотности. Просто в этой плотности чаще всего оставаться не очень интересно, потому что ты уже становишься больше, ты видишь, здесь как крысиные бега, вот одно и то же. Потому что чаще всего идет из крайности в крайность. Либо ты делаешь одни и те же вещи, зацикленность, да, и очень часто не можешь понять, а почему это так, а что со мной происходит. И вот эти вот вопросы, они ни к чему не приводят, ни к чему не приводят, ни от чего не уводят. Либо бывает другая крайность, когда ты все познал, и тебе хочется, не знаю, где-нибудь сесть на горе Дзен и сидеть там вечность. И я проходила эти моменты, это действительно так. Но если уж ты находишься в этом материальном мире, будь добр с этой материей контактировать, опыляться через эту материю. И тогда ты получишь все пазлы этой субстанции. Кем вы себя отождествляете? Актером или режиссером в своей жизни? Не актером и не режиссером. Ты не можешь себя отождествлять с кем-то извне. То есть актер — это тот, кто играет, режиссер — это тот, кто создает. Но
художник — это тот, кто рисует. Но ты не актер, который играет роль, а ты сама игра. Ты не режиссер, который создает фильм, ты сам фильм. Ты не художник, который рисует картину. Ты есть само рисование, ты есть сама картина. Ты есть все само. Тебе не нужно отделяться, чтобы наблюдать за чем-то. Ты есть само наблюдение. Ты есть больше. Приступов сейчас нет у меня. У меня ингалятор есть с собой, а приступов у меня нет. Светочка, я как астматик с ребенком вообще вас не осуждаю. Просто мне надо знать, возможно ли излечиться от этой заразы. Возможно. Нет, я же не про осуждение, просто рассказываю на свой опыт. В 79-м году официально на медицинском конгрессе признано единственное лекарство от астмы – это голодание. И раньше очень много было пансионатов, санаториев по голоданию. Но так как это большая ответственность, их потихонечку убрали. Эта информация есть в открытом доступе, но ее не афишируют. Других моментов, которые убирают астматические приступы, я не знаю, кроме как отказ от еды. Когда у тебя диафрагма работает от пульсации крови, а не от того, что у тебя в кишечнике забито. У меня просто не работала диафрагма вообще. Как вы реагируете на клиентов, которые не следуют вашим рекомендациям? Ну, во-первых, у меня нет клиентов. Во-вторых, у меня нет рекомендаций, я просто рассказываю свой опыт и говорю, вот если вот сделать вот это, то будет с телом происходить вот это. Если с телом будет происходить вот это, то будут такие-то вот результаты. Если сделать вот это, то будет вот это происходить, и будут такие-то результаты. Человек сам выбирает. Я не рекомендую, я просто рассказываю, как оно есть. А кто принимает решение, он уже принимает самостоятельное решение, дает обратную связь, чтобы был какой-то пул для других людей, для меня в том числе. Вот, поэтому нет такого, он не может делать или не делать мои рекомендации. У меня нет такого. Манипулирует. Нет, ну, смотрите, как может кто-то манипулировать вами? Это же невозможно, вами никто не может манипулировать. Вас никто не может обидеть, вас никто не может разочаровать. Как может вас кто-то обидеть, если это кусочек вашего мира? Вы просто позволяете, вы настолько глобальны, что позволяете этому человеку, этому событию, этому деланию, этому высказыванию быть в вашей жизни. И вы за это просто должны быть благодарны. Вы практикующий психолог? Ну да, можно, наверное, так сказать. Но у меня не попсовая психология. То есть вот то, что вот я с вами разговариваю, это и есть то, что я говорю. То есть я не из разряда того, давайте сейчас вашего внутреннего ребенка выведем на чистую воду, а давайте вот это сделаем. Нет, это... Эти поверхностные вещи, я, да простят мне психологи, я их не очень люблю. Это опять же увод, это миф о том, что я сейчас что-то сделаю. Ничего ты не сделаешь, пока ты не станешь этим человеком. Вот, ребятки, вышла я к вам на 20 минут, а в результате мы с вами уже почти час. Я вас всех благодарю за вопросы. Очень приятно было с вами находиться в поле. Ну, Жора, иди на место. Жора. Пришел, жопу сюда поставил, сел и все. Жора. Ну.
Что такое? Что у тебя там такое? Почему туда не идешь? Вот так вот мы и жили. Всем огромное спасибо. И надолго с вами не прощаюсь. А завтра, ребят, у нас помимо того, что 8 часов, естественно, будет эфир в марафоне. И после этого у нас будет в закрытом клубе. Там накопилось очень много, больше 40 вопросов. Не знаю, насколько это мы будем там по времени с вами сидеть, но будем все разбирать. Всех обняла. Всем спасибо.